випуску наш експерт Анжеліка Крочик розповіла вам, як правильно розсаджувати кімнатну фіалку. Сьогодні ж ви дізнаєтесь, як за нею доглядати. Фіалка цветет практически круглый год, если правильно за ней ухаживать. Полив, температура воздуха и влажность воздуха – это самые главные аспекты. Фиалка любит свет, но жаркие летние прямые солнечные лучи для нее губительны. Поэтому в летний период лучше убрать его, ее с южных окон. В зимний период она вам скажет только большое огромное спасибо за то, что вы поставите ее на южные окна, потому что в зиму света недостаточно. Температура воздуха. Смотрите, в летний период воздух жаркий, точно так же, как и в зимний. Но если в летний период как бы он подтверждается еще влагой, то в зимний период в вашей квартире влажность намного меньше из-за того, что включена батарея. Поэтому, если у вас фиалка цветет, ни в коем случае нельзя ее опрыскивать, потому что загниет цветонос, от этого повредится корневая система. Как же тогда увеличить влажность воздуха? Вы можете опрыскать территорию, которая находится вокруг вашей фиалочки. То есть вот у вас стоит фиалка, вы можете вот здесь вот так по кружочку пройти и опрыскать его. Соответственно, влажность воздуха для фиалки будет поддерживаться. Такое нужно делать хотя бы раз в неделю. Вот. Если ваша фиалка не цветет, у нее период покоя, тогда вы можете опрыскивать ее сверху. Но тоже смотрите, чтобы не попадала в розеточку, потому что будет загнивание корней и всей розетки. Отож, дотримуйтесь наших порад, і ваші квіти скажуть вам дякую.